Такое утро могло быть у Николь Кидман, но она соскучилась по суровому Голливуду. Соревнуется на красной дорожке, у кого глубже декольте, и проиграла даже 70-летней Мэрил Стрип. Ну как? Безумная страсть! Николь и Мэрил снялись в продолжении популярного сериала, где Кидман еще и продюсер. На съемках Кидман и Стрип постоянно ссорились. Обе остыли на корпоративе. Грохот и ночные пикники. Если Николь устала и хочет на ручки, рядом ее муж, музыкант Кит Урбан. Baby girl, I love you so much. Красная дорожка искрит, когда Кит и Николь появляются вместе. Кидман игнорирует чужих мужчин. А Урбан нашел свой метод медитации на музыкальных премиях. Смотрит туда, где спокойнее всего. Они женаты уже 13 лет, воспитывают двоих детей – 10-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет. А с приемными детьми, усыновленными в браке с Томом Крузом, Николь не общается. Круз запретил появляться Кидман на свадьбе их сына. Такое случается. Кидман ностальгирует по 90-м, вернула рыжий цвет волос. Когда-то от этого сходил с ума Том Круз. Может, нынешнему мужу Кидман есть о чем беспокоиться? Кидман уверяет: «Я дожила до того момента, когда могу сказать, не хочу обсуждать своего бывшего». С такими вещами надо быть поосторожнее. Так что ни большой, ни маленькой лжи не случится.